Когда Плохотнюк готовил на меня покушение, это видео вообще тоже сделал все возможное и невозможное, чтобы оно стало публичным. Это речь идет о весне 2014 года, и выводы сделают эксперты, юристы, надеясь, что уже и новые прокуроры, увидев это видео. На том видео говорит один не из последних, один не из последних людей в криминальном мире на постсоветском пространстве, который рассказывает, как готовилось, кто, как познакомился с Плохотнюком. То есть это 2014 год, и тогда самое прикольное, что это виноватым в этом должен был стать Влад Филат, ну, на тот момент. Это на основании это дело, вот этого видео, чтобы я понял, на основании этого как бы, эпизода и было возбуждено дело на Влада Плохотнюка в России. Да, потому что это видео прятали в Приднестровье. Оно было в Приднестровье. Мне его, когда показали в 2014 году, август или сентябрь месяц, я даже тогда вышел публично, и я вам даже другое скажу, я даже думал в сторону Филата, потому что у нас с ним как-то ну, совсем жесткий был конфликт. И мне его показали, потом, когда я встретился с бывшим президентом Приднестровья, тогда с Шевчуком, значит, то есть мне показали его, я пересмотрел 20 раз, я, естественно, ну, очень эмоционален был, когда, ну, неприятно смотреть видео, где обсуждают, как тебя уберут, почему не получилось. Кстати, эти же люди должны были похитить и Трангу, который недавно вышел из тюрьмы. То есть у них было две работы. Трангу похитить с целью получения выкупа $500,000. Это тогда? Да, это мы говорим про весну 2014 года. Их же задержали летом, там, в июне или в июле. Послушайте, что важно. Я встречаюсь с Шевчуком. А я уже видео увидел, потому что получилось так, что какое-то время этот криминальный авторитет был задержан именно на территории Приднестровья. И во время там, этих внутрикамерных разработок и так далее, вся эта ситуация вышла в том числе и там, хотя она была и у молдавских прокуроров. И я хочу посмотреть глаза прокурорам молдавским и полицейским, которые про это знали. И Шевчук мне говорит, да, я слышал, что есть какая-то проблема, связанная с вами. Да нет никакого видео, вам показалось. Это он говорит человеку. То есть, когда сотрудники КГБ Приднестровья мне его показали, и потом мне Шевчук говорит, нет, я просто на тот момент не знал всех нюансов взаимоотношений между Шевчука с Плохотнюком. Это для меня стало известно чуть позже. И Шевчук сам это все ему слил, и Плохотнюк был уверен, что этого нет.